Приветствую всех гостей и подписчиков на нашем канале. Сегодня мы с вами рассмотрим мини-трактор Kubota B7000 с 7-сильным дизельным двигателем и задней навесной фрезой. Ширина фрезы 110 см. Трактор полностью исправен. Произведена предпродажная подготовка с заменой тех жидкостей. Резина в отличном состоянии. По системе управления: рычаг коробки передач вал отбора мощности, рычаг коробки передач ходовой части, рычаг повышенных пониженных передач, рычаг включения отключения переднего моста, педаль блокировки дифференциала, педаль газа, рычаг ручной установки газа, замок зажигания, тумблер прогрева свечей накала и запуска двигателя, кнопка сигнала, тумблеры светового оборудования. Сейчас запустим, проверим в работе. Все отлично работает. Трактор полностью готов к эксплуатации.